Я Андрей Зубов. Это 365 инфо. Здравствуйте. Настало время подвести экономические итоги года. У нас в гостях сегодня наш экономист Айдархан Кусаинов. Первый раз, к сожалению, это вот наше упущение. Мы его исправляем. Очень рад вас здесь видеть. Здравствуйте. Мы впервые, как мне кажется, столкнулись с реальной жизнью. Вот в 2016 году все было хорошо, и вдруг вот это падение цен на энергоносители сильно ударило по экономике страны. Какие главные проблемы вы видите, и есть ли реальные меры их преодоления в обозримом будущем? Ну, я, во-первых, хочу сказать, что мы не впервые там с кризисом встретились. Да, ну, 2008 был... он был как-то мировой такой. Вот. Нет, да. 98-й был, начиная с самого первого. Они... 91-й, да, 98-й, 2008-й и сейчас кризис. Но, безусловно, есть принципиальное различие. Да? У нас вот сейчас, пожалуй, за последние 15 лет впервые возникла уникальная ситуация, когда мы перестали удерживать слишком сильный тенге. Да? Вот. И у нас появилась уникальная ситуация, когда мы, наконец, можем делать конкурентные продукты и производства. Мы можем разворачивать эти производства. И этим нужно пользоваться. Но для этого нужно изменить экономическую политику. То есть, понимаете, все, что было до этого, да, начиная с 2000 года, так получалось, что у нас тенге был слишком сильный. Это было предметом нашей гордости. Средняя зарплата, да, там, $1000, $700, это все хорошо. Но в результате оказывается, что наши производства здесь, они не могут, они по себестоимости не проходят на мировой рынок. То есть, когда у вас высокая зарплата здесь, вы не можете продавать. У вас дорогие получаются продукты, товары. И у нас в связи с этим выработалась такая государственная политика, вполне искусственная. Искусственной поддержки отечественного производства. Угу. Еще раз, это не потому, что мы плохо делаем или у нас плохая квалификация. У нас были неправильные макроэкономические параметры. У нас был слишком сильный тенге. В этих условиях производство не могло развиваться. Вся государственная политика была направлена на поддержку этого производства. Сейчас картина принципиально поменялась. Наши производства теперь могут вполне быть конкурентными. А государственная политика не поменялась. Угу. Вот если мы сейчас совпадем, да, ну вот в смысле, поменяем государственную политику и просто дадим нашим производствам развиваться, дадим деньги им на то, чтобы они выходили на внешние рынки, то тогда все пойдет быстро. То есть, ну как, появилась система, вот камень стоит, да, готов покатиться. И здесь можно легко толкнуть, и он быстро покатится. Но мы изо всех сил упираемся фактически, да, в свою импортозамещающуюся политику. И вот камень готов катиться, а мы его вот поддерживаем. Другая политика стала. Скажи, пожалуйста, Министерство национальной экономики понимает вот то, что вы сейчас озвучили? Насколько его действия соответствуют реальности? К сожалению, вот насколько я видел, да, стратегию 2025, я не вижу этого понимания. Я объясню, почему. Да? Угу. То есть там опять стратегический приоритет, там строительство жилья, да? Да. Это строительство жилья, это совершенно там непродуктивные инвестиции. Да, строится у нас много, но я вижу, что и в Алматы, и в Астане, и вот в Атарау я был. Многие дома стоят пустые, люди не могут эти квартиры выкупить. И возникает вопрос, зачем строить тогда эти дома? В этом проблема. То есть, понимаете, когда наше производство вот 15 лет, да, было неконкурентоспособным, как я уже объяснял, по себестоимости, просто по макроэкономическим параметрам, невозможно было сделать прибыльное производство в Казахстане. Государство начало стимулировать, ну, бизнес-активность. То есть, оно начало стимулировать жилье. Потому что жилье это, ну, вы не можете не завести жилье, не вывести жилье. Да. Да? И дохода оно не приносит. Но и дохода оно не приносит. И вот начали стимулировать жилье, строительство жилья. И сегодня, да, ситуация поменялась, а инерция, ну, мышления, там, идеологии, да. Ну, как так государство выйдет и скажет? Оно в течение 10 лет говорило: мы заботимся о вас, мы строим жилье казахстанцам и так далее. А тут вдруг встанет и скажет: мы не заботимся о вас, получается, да? Мы не стимулируем строительство жилья. То есть
Есть инерция, да, мышление, информационного поля, народ привык, что все строят. И вот политика идет дальше, строить жилье. Уже и не покупают, да, и государство говорит, ну раз вы не покупаете, я его удешевлю. Ну, вот лишь бы вы тогда покупали, да. Ну раз вы его удешевляете, то оно становится, эта отрасль становится неприбыльным. Частные инвестиции оттуда уходят. Значит, еще больше государственных. Значит, снова это благотворительность некая, такой цикл. Но, а здесь нужно просто принять такое решение, вернуться к нормальной парадигме. Да? То есть государство говорит, бизнес, не надо строить жилье, потому что оно непродуктивно. То есть ты построил, продал квартиру, все, у тебя опять деньги, что ты дальше будешь делать? Ну или человек, ты купил квартиру, и все, ты с него ничего не заработаешь, да? Государство должно сказать, что теперь появилась возможность экспансии, и нужно говорить бизнес, инвестируй в производство и в продажи этого товара. Ты будешь продавать, завоевывать рынки, получать прибыль, расширять производство, и все будет хорошо. Когда ты будешь развиваться и расширяться, то тогда у тебя появятся деньги купить жилье, которое построит другой частный бизнес. Это я понимаю. Так, значит... Министерство национальной экономики предлагает строить жилье. Это неправильно. Что еще? Стратегия 2025. Ну, остальные параметры, честно говоря, я когда посмотрел, они достаточно... Ну, это такое ключевое, где там озвученные параметры. Все остальные – это больше такие пожелания, которые, в принципе, идут в русле прошлой стратегии. Чуть-чуть написано развивать экспорт, но... Как это делать, не написано. Потом есть параметр, да, это тоже очень важный момент. Развитие предпринимательской активности. Опять, ситуация такая. Во всем мире предпринимательскую активность развивают. Вот есть экономика, которая работает, ну, что называется, на полную мощность. То есть полная занятость, уже все производство не могут дальше расширяться, они не могут набрать людей, да. И возникают лишние люди. Ну, то есть все, рабочие места заполнены, но людей оказывается больше. И чтобы с этими людьми что-то сделать, государство начинает придумывать вот эти вот программы там, предпринимательской активности. Если говорить совсем грубо, то государство говорит, ребята, вот для вас место в экономике продуктивное сейчас не нашлось. Поэтому мы вас научим тому, чтобы как бы самим найти это место под солнцем. Вы будьте предпринимателями и сами найдите себе нишу и доход. Что происходит в Казахстане? У нас недозагруженность. Сегодня обрабатывающей промышленности 50%. Да? У нас, то есть у нас обрабатывающая промышленность, то есть заводы, фабрики и так далее, да, они работают на 50% мощности. У нас есть 3 миллиона безработных. У нас экономика не работает в полную мощность. Нагрузите эти производства, и эти люди перейдут сюда. Не надо сейчас, имея вот здесь вот, да, незагруженность, воспитывать людей, как быть предпринимателем. Конкретный какой-то пример, как можно загрузить? То есть, в какой отрасли? Совершенно четко, например... Газохимическое там или что? Да, на самом деле их много. Есть предложение, да, развивать программу факторинга. Mm-hmm. Факторинг, например, это то, что если казахстанское предприятие идет на российский рынок, ему там нужно, в смысле, продать товары в сеть, да, то есть государство может создать фонд, да, который скажет, слушай, у тебя российская сеть будет тебе возвращать деньги через полгода условно, ну так, по контракту, по реализации. Мы тебе их сейчас дадим, а будем полгода ждать поступления от российской сети. У предпринимателя он здесь и сейчас, получается, продал товар. Он готов тогда набрать других людей, да, в смысле, у него есть деньги, он готов набрать людей, он готов там подгрузить свои мощности и продавать в Россию, еще в Узбекистан. Понимаете? Да, это будет кредитование бизнеса. Но это кредитование бизнеса, которое стимулирует расширение производства, стимулирует занятость людей и так далее. У нас сейчас что происходит? Мы такой фонд не будем создавать. Ты сам как-нибудь там, ну, пробейся, да. Как терпи полгода, ходи в банки там и что-нибудь такое. А мягкие кредиты мы просубсидируем не тебе вот здесь, а мы просубсидируем парню, который здесь очередной дом в Астане построит. Вот у нас для него есть, грубо говоря, там 100 миллиардов тенге, чтобы его субсидировать, чтобы он строил дома здесь. Да? Но большего... А для тебя, когда ты можешь получить прибыль, реинвестировать, набрать людей, снова получить прибыль, расширить производство, а для тебя у нас нет этих 100 миллиардов тенге.
Вот скажи, пожалуйста, сейчас министерство, возвращаясь все к нашему министерству национальной экономики, оно приглашает экономистов для консультации, проводит множество круглых столов, КИСИТ, вот я смотрю, подключился и так далее. Вот как вы оцениваете это, положительный, в общем-то, момент, и учитываются ли пожелания? Ну, я к этому отношусь двояко. Первое, это, видимо, положительный момент, что привлекается экспертное сообщество. А второй вопрос, это большой вопрос там, квалификации, да, привлекаемых экспертов. То есть, насколько я понимаю, министерство приглашает не по, не знаю, даже хотя бы элементарному цензу там, образовательному, да, или опыту работы в госорганах, например. А ну просто, я не знаю, по какому принципу. Я иногда вижу такие странные лица, да, с которыми как бы обсуждаются и советуются. Это неправильно. То есть, опять, есть одно дело обсуждение с экспертным сообществом, другое дело заигрывание с общественным мнением. Это вы в огород блогеров. В том числе в огород блогеров. Это небольшой валун. Да. Но на самом деле есть, например, третий аспект, да, когда, например, в Национальной палате предпринимателей предлагается разрабатывать налоговый кодекс. Ну, они как бы это взяли под крыло свое, я смотрю. Ну, так это неверно. Угу. Понимаете, налоговый кодекс, да, это... Ну, тут есть такая, что пусть бизнесмены сами напишут, чего хотят. Так это неправильно. Есть, в смысле, есть, понимаете, система государственного управления, да. Угу. Это в Советском Союзе, в образовании было, да, государственное планирование и экономика предприятий. В западном есть Magister of Public Administration, да, то есть государственного управления, и Magister Business Administration. Есть Public Finance, так называемый, да, это управление государственными финансами, там, бюджетами, налогами и так далее. И есть Private Finance, это частный бизнес. То есть, понимаете, и здесь это хорошо, что вы задали такой вопрос. Это разные отрасли знаний вообще, да, то есть государственные финансы, государственное управление исходит из принципов там, государственных вот, для населения, ну, да, из признаков, да, государства. Да. А бизнес он исходит из своих, здесь и сейчас, личных, частных. Это принципиально разное мышление. И поэтому, знаете, есть школы в университетах, да, есть школы государственного управления, в западных университетах. Есть школы делового управления, бизнес-администрирования. Люди идут туда, туда. И это нормально. А у нас вот возникла какая-то вот эта вот смесь. Да? Я смотрю, у нас любят приглашать консультантов, да, западных. Угу. Ребят, вот BCG, McKinsey и так далее. У них есть опыт государственного консультирования. Но это бизнес-консультант. Это консультанты из области бизнеса. Там другие примеры и параметры. Ну да. И вот это вот часть, да, опять повторюсь, очень хорошо, что есть некое общение с сообществом, да, взаимодействие. Но теперь нужно понимать, с кем и о чем советоваться. То есть, если у нас политика Министерства здравоохранения будет строиться там, от комментариев провизоров, угу, и собираться так, при всем уважении к провизорам, да, но государственная политика в области администрации, здравоохранение не может строиться, да, на фоне там, рекомендаций и предложений провизоров владельцев аптек. Или владельцев, тем более владельцев аптек вообще. Да. Mm-hmm. Она так не может строиться. Понятно. Ну что же, спасибо большое, что пришли. Это было видение ситуации от экономиста Айдархана Кусаинова. Еще раз спасибо. Я Андрей Зубов. До встречи.